Не трудитесь. Мирские заботы более не существуют для отца Иоанна. Теперь его жизнь посвящена Господу. Ну а как же деньги? 30 тысяч долларов? Здесь злато не требуемо. Так это не вам. Это для Егора. Настя очень надеялась, что вы поможете. Прошлое мертво. Ну, и что же мне делать? А вот вы, как священник, что бы вы мне посоветовали? Боюсь, мой совет придется вам не по душе. Ибо сказано, Господь не дает человеку большего креста, чем тот сумеет снести. Простите, я не совсем понимаю. Очевидно, деньги и поиск молодого человека – испытания, но посланные не отцу Иоанну, а вам. Спасибо тебе. Если бы не ты, все бы нахрен сгорели. Чёртова кукла, напилась. Регина пила? Регулярно. Хотел в компанию к себе взять. Не пошла? Нет. И знаешь почему? Почему? Регина... Девчонка красивая. Я, конечно, к ней подкатывался по-соседски. Она сначала все отшучивалась, а я-то вижу, место свободно, в непонятках весь. Она мне тогда и объяснила, мужики ее не волнуют. Не переживай. На свете полно девчонок традиционной ориентации. Ну, Клаудия Шифер, например. Стелла. Стелла? Это которая здесь до Регины жила? Не в моем вкусе.
Мне вот что обидно. Обманула меня соседка. Как обманула? Ну вот, насчет мужиков. Я сегодня пораньше встал и побежал. Бегаешь по утрам? Ага. До пивного ларька и обратно. Бегу обратно. От Регины парень выходит. Молодой такой, рыжий, твою мать. А когда это было? Да сегодня. Где-то за полчаса до твоего прихода. Кто-нибудь хозяйку опознать может? Видимо, сигареты так и уснула. Да как же я опознать? Ну, лица-то нет, все сгорело. Вся. Ой, за что мне это? За что? Сгорела. Ой, денег не заплатила. И зачем пускала эту шалаву? Так это не она хозяйка, а вы? А я. А это кто? Да Регина, жиличка. Ой, кто же мне деньги заплатит? И зачем сразу не взяла? А почему вы считаете, что это Регина? А кто ж еще? Посмотрите ноги, как у мужика, вся в наколках. Да, это Регина, модель из агентства «Силуэт». Берем. Понесли. С утра за пивком сгонял. Как знал, что пригодится. Ничего, Надюха. Сейчас выпьем за счастливое спасение. Ну что ты городишь? Что спасение? По миру пойду. Резина не нужна? Скажи спасибо. Весь дом не сгорел. Фу. То пришлось бы всем квартиры покупать. Надя, скажите, а где вы жильцов берете? Объявление в газету давала. Первую съемщицу Стеллу брат ее устраивал. Наплатил все вперед за полгода, вещи привез. А уж потом Стелла пришла. Тихо так жила, соседи не жаловались. А почему она уехала? Вы что, поссорились? Да нет, просто позвонила она мне, сказала, что съезжает. А вместо себя Регину присоветовала. Слушай, а чего ты девчонками нашими интересуешься? Ты, случайно, не из этих нетрадиционных? Извините, товарищ майор. Значит, за Стеллу платил ее брат? Да. Ой, такой хороший мужчина, положительный. В Америку эмигрировал. А кто в вашей квартире жил до Стеллы? Мама моя. Ага. Это же мамина квартира. А как она умерла в прошлом году, так я сдавать ее стала. Товарищ майор, пожалуйста, вы только не думайте. Я налоги завтра собиралась заплатить. Пойдемте, я вам покажу. Вот завтра собиралась заплатить, вот она... Понимаете, товарищ майор... Thank you.
Ой, сынок, ты хоть бы Сергеевне белье сменил, а? Давай. Ну и кто из вас Сергеевна? Да вот, ты же обещал мне постельное белье поменять. Я обещал? Да, ты. И пусть нам обед приносят в палату. Нам трудно ходить в столовую. И пусть котлету положат на кашу. А то придумали диету. Я сама знаю, какая мне диета нужна. Ну что, мои дорогие, почему опять шумим? Вы кто? Да никто. Следственный эксперимент провожу. Ну что ж у вас тут такое происходит, а? Зашел в ординаторскую, взял одежду, переоделся. Как будто так и надо. Расхаживаю по больнице, а? А если я маньяк? Ой, что такое? Тише, тише, успокойтесь, дорогие мои. Давайте, знаете что? Давайте мы с вами не будем пугать пациентов. Пройдемте ко мне в кабинет. Давайте. Прошу вас. Мне нужна Стелла. Так, опять вы. То и Регину, то Стеллу, то Шифер. Могу предложить кое-что получше. Охранника, например, Алик. Майор Романова, главное следственное управление. Стелла свободна? Стелла свободна? Что же вы мне раньше не сказали? Я как раз собирался ее увольнять. Портятся девочки, портятся, с богемой общаются. Наркотиками стали баловаться. Стелла наркоманка? Не знаю. Собственно говоря, чего вы хотите? Здесь вопросы задаю я. Зовите вашу звезду. Сейчас. Звездочка, к тебе пришли. Она до вечера сегодня свободна. Так увольнять ее или нет? Пока не надо. Я скажу, когда. Сказали же, после обеда. Я не готова. Майор Романова, вы знаете, что Регина погибла при пожаре? Регина? Да вы чё? А чё, поэтому меня на боди-арт вызвали? Я перед ментом вчера ломалась. Прикольно. Назовите имя вашего брата. Какого брата? Чё-то не врубаюсь. Я знаю, что у вас есть брат. Почему вы мне об этом не сказали? Его зовут Егор Платов. Андрей Комаров. Только я не знаю, зачем вам Андрюха нужен. Он уже далеко теперь. В Америку укатил. Замуж вышел. Как это? Ну так. Бойфренд его из художников. Эмигрировал в Америку. Андрюх с собой взял. Я тоже просилась, хотел пожить по-человечески. Мы же детдомские с ним. Жилья у нас своего нет. А он не взял. Квартиру на полгода оплатил, а дальше сказал, крутись как хочешь. Вот я и кручусь. Кирка, да? У тебя есть запись Лёску? Зачем тебе это, попса? Если хочешь хорошенько оторваться, возьми, послушай Рамштайн. Ну, если я захочу оторваться, я послушаю. А как насчет Лёску? Так. Вот, Лео. Поставь. Алло? Я могу поговорить с Лео? Это вы? Здравствуйте.
Луиза Феррари. Кто-кто? News Pop Magazine. Надеюсь, вы не откажетесь дать интервью нашему изданию. Завтра сможете? Великолепно. Я сама приеду. Это домашнее задание. Не трогай. Я пишу адрес. Да. Пишу. Угу. Угу. Bye. Как нога? Ничего, даже не болит. Волшебная сила денег. Надо бы еще волосы покрасить. И так не узнают. Лампа, не забудь купить батарейки для плеера. Угу. Ух ты, класс. Лампа, а что ты наденешь? Я знаю, что. Разбился мир на тысячи осколков. В глазах осталась пустота. Моя душа как будто вся в иголках. Куда же делась красота? Здравствуйте. Ну что, будем знакомиться? Я мама Лео, Наталья Юрьевна. Впрочем, вы, иностранцы, не привыкли к отчеству. Зовите меня просто Наташа. Присаживайтесь.
Пожалуйста. Спасибо. Ну, не такая уж я иностранка. Всю жизнь прожила в Москве. Просто папа итальянец. Отсюда и фамилия такая красивая. А у Феррари, естественно, должно имя соответствовать. Угу. Поэтому родители сошлись на Луизе. У вас тоже очень красивое имя. Леоско. Признайтесь честно, папа не москвич. Да. Папа был Скотинин. Как? Скотинин. Фамилия такая. Между прочим, дворянская. А в нашем родном Разино нас все знают именно под этой фамилией. Но когда Олежек запел, продюсер категорически потребовал придумать псевдоним. Так и стал Олег Скотинин, Леоско. Вы знаете, нашим читателям хотелось бы поподробнее узнать о вашей личной жизни. Был женат, теперь свободен. Жена, к сожалению, умерла недавно. Да. Еще есть брат. Георгием зовут. Брат Георгий? Егор. Скажите, а брат живет с вами? Нет-нет, он остался в Разино. Да, в родном доме номер один на привокзальной площади. В провинции. А, ну, наверное, ваш брат по сравнению с вами нуждается? Почему? Горка сам сделал свой выбор. Олежек помогает ему деньгами. А вы запишите. Впрочем, не думаю, что это будет интересно читателям. Давайте лучше о творчестве. У вас есть последний диск, Леоско? Это прорыв. Котлетки супер. Светик, ты должна вернуться домой. Сеня очень скучает. По-моему, с тобой не соскучишься. Напрасно ты так. Юлечка, повлияй на подружку. У нее есть дом, есть семья. Ее семья прежде всего Сеня. Пусть он приезжает и уговаривает ее вернуться. Вот именно. Он еще такой ребенок, за него все должна делать мама. Ты ему не мама. Это еще ничего не значит. За нас мама ничего не делает. Зато у нас есть лампа. Лампа, сделаешь пирог из клюков завтра? Завтра? Да. Нет, у меня другие планы. У тебя есть планы? Да. Мне нужно уехать. Что ты придумала? Куда? Что вы на нее набросились? Лампа, взрослый человек, может, у нее свидание. Свидание? И вы так спокойно об этом говорите? Поверьте моему опыту, к свиданию нужно готовиться как к экзамену. Зачем готовиться к экзамену? Взял, нарисовал шпору и сиди, и списывай. Вырастешь, поймешь, о чем я говорю. Мужчины любят глазами. Интересно, как это? Надо будет у биологички спросить. Во что ты собираешься одеться? А я гриндерсы дам. О, с ума сошли. Завтра с утра я принесу все самое необходимое. Ой. Класс. Шикарно. Платье с открытой спиной. Именно в нем впервые увидел меня Светочкин папа. Это что? Секси. Пояс с подвязками. Не надо. Я еду всего лишь на один день и одну ночь. Зачем мне пояс? Я не ношу чулки. Как зачем? Был бы здесь мой муж, он бы лучше меня объяснил. Ты медленно распахнешь халат, а там кружевной боди и пояс, который ты эротично расстегнешь. Да твой ухажер в корчах свалится. Вот еще примерь. Хороший халатик. Лампа, а как же Володя? А что Володя? Я что, перед ним отчитываться должна? Да, не хотел бы я быть на его месте. Все правильно, Лампа.
Твой Володя тогда пенсии будет как раз на 9 стесняться, а самого главного тебе так и не скажет. А что он должен сказать? Сама знаешь что. Возьми. Это зачем? Презервативы запахом банана. Или тебе нравится клубника? Их что, есть надо? Лампа, ты пещерный человек. А я что, на свидание с сумкой должна идти? Если мужик стоящий, можно и потерпеть. Я ради своего мужа не такое терплю. Умерла первая из девочек Оля. И в тот же день действительно пропал из ординаторской халат медсестры. Я на себе проверил, взять ничего не стоит. И никто не хватился? Да хватились. Доктор говорит, бывает, сами больные воруют. Ну что ж, их обыскивать, что ли? Так что надо проверять всех родственников и знакомых девчонок. Вот ты и займись, Оля, я Ириной. А Настя Звягинцева? А про Настю Звягинцеву мы спросим у Лампы. Да. Правда, мы с ней поссорились. Здрасте. О, привет. Входите. Как нога? Ничего. Молодец. Слушай, Юль, ты прости меня. Я погорячился тогда. Да мне-то что? Ты Лампу обидел. Мириться пришел. А мириться к девушкам с цветами приходят. Да? Правда? Как же я так? Сейчас. Да ты не торопись. Лампы все равно нет дома. Где она? На рынке? Ну, она уехала. Куда? Когда вернется? Завтра, наверное. Не знаю. Ярослав, где моя кепка? Володя, здесь все. Скажите, а брат живет с вами? Нет-нет, он остался в Разе. В родном доме номер один на привокзальной площади. Здравствуйте. Здрасте. Вы мне не подскажете? Документы на загранпаспорт оформить вы в четверг приходите, потому что Сергей Юрьевич в отпуске. А вы не знаете, тут живет кто-нибудь? Ну как это? Здесь же учреждение, а не общежитие. Наверное, ошиблись. Понимаете, я из Москвы. Мне там адрес дали. Город Разина, привокзальная площадь, дом один. Сказали, что здесь живет Егор Скотинин. Вы не знаете такого? Да вроде адрес этот, все правильно. Ничего не понимаю. Вечно в Москве все напутают. Угу. Знаете что, подойдите к Капиталине Макарне, она здесь музыки учит. Может, она что-нибудь вам подскажет. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Капиталина Макаровна? Да. Мне сказали, что вы мне можете помочь. Я? Я ищу Егора Скотинина. А кто это? Брат Олега Скотинина. Олежика. Угу. Коля, ты поди. А вы его знали?
Олежек, он был моим самым любимым учеником. Удивительно талантливый мальчик. А голос 4 октавы. Но, к сожалению, он очень рано лишился голоса. Заболел воспалением легких, заработал осложнение и все. Перестал петь. Он так мечтал поехать в Москву, поступить в консерваторию. А как сложилась его судьба? Олег уехал в Москву. Да? Он сделал там неплохую карьеру. Стал настоящей поп-звездой. Лео Ско. Не слышали? Это его сценический псевдоним. Лео Ско? Нет, простите, я не слышала. Я никогда не увлекалась подобной музыкой. Но теперь я непременно куплю и послушаю. Ну а голос? Что, для поп-звезды он не имеет решающего значения? Вы, наверное, его жена. Нет, я не жена. Простите, как ваше имя? Евлампия. О, редкое имя. Я знакомая. Я ищу его брата, Егора. А Олег дал мне этот адрес и сказал, что это его родной дом. Олежек, значит, он не забыл меня. Понимаете, это он иносказательно назвал наш клуб своим родным домом. А вообще-то он жил за городом, в селе Кукуево. Такое смешное название. Туда от вокзала автобус ходит. Вот там Олежек и родился. Девочка! Ты не знаешь, где скотинины живут? Нигде. Анна Михайловна померла. Дядя Олег в Москву сбежал. А дядя Георгий неизвестно где. А про Георгия Скотинина кто мне может подробнее рассказать? У бабушки моей спросите. Она с Анной Михайловной дружила. Ой, хватит. За знакомство. Раечка, проблема у меня. Какая? Ищу Егора Скотинина. Вы не знаете, где он сейчас? Егора? А его Егором-то никто не называл. Горкой обычно. Только он сейчас тут не живет. Это вот когда к нам летом дачники приезжали в Кукуево, и он приезжает на своих «Жигулях», со всеми поздоровкается, угу, на шашлыки напросится и пропадает. А сейчас не сезон. И он уехал поближе к брату к своему, в Москву. Ясно. Опять из Олега будет жил тянуть. Ну да, Олег сказал, что помогает брату. Угу. Ты поела? Да. Ну и марш отсюда. Иди уроки делай, а. Иди, дорогая, нам с тетей в лампе поговорить надо. Можно просто лампа. Иди. Была бы я его сестрой, а он моим братом, я бы особо не рассказывала. Потому что хвастаться нечем. Вообще, это дело какое-то темное. Анна Михайловна бедная, потому и померла, потому что уж очень переживала она за них обоих. А кто такая Анна Михайловна? А мать Олега и Георгия. Разве маму Олега не Наташа зовут? Да ты чего? Да ты чего, насмешила? Господи, Анна Михайловна, слава тебе, оба не слышит, кого он мамой зовет. Я тебе расскажу, кто такая эта мама Наташа. Чья она мама? Анна Михайловна одна растила обоих ребят. Георгий, старший, трактористом в колхозе работал.
так беспутный какой-то. И работал-то он ни то, ни сё. И не женился. Оболтался так... Ой. А Олежек этот учился хорошо. А пел... Ой, ой, заслушаешься. В Разино в музыкальную школу много лет ездил. Только беда с ним приключилась. Заболел он. А голос ты пропал. Анна Михайловна даже рада была, что так все случилось. Она не хотела его в Москву-то отпускать. А тут эта Наташка прицепилась. Они в хоре там вместе пели, репетировали. И однажды он приходит домой и говорит: мама, я женюсь. И уеду с ней в Москву. Так она же намного старше его. Ну, такая ж вот у них любовь. Или что там у них, я не знаю. Анна Михайловна в слезы. Говорит: ты что, не можешь себе молодую девку привезти? А у Наташки тут и в Разине тоже семья, муж, детей двое. Вот ведь баба-то какая. Ой. А ей главное... Не, ну, если у тебя дети, ну, расти. А ей приспичило замуж за молодого. А если это любовь? Если это и правда любовь? Ну, я такую любовь не понимаю. Нет. Потому что он бросил на своего непутевого брата мать, а она детей своих оставила. А потом какое-то любовное письмо написали. Не понимаю. Не понимаю. Будь здорова.